На протяжении этого года мы занимались подготовкой проектно-сметной документации, разрабатывали проекты планировки, проекты межевания территории, подлинейные сооружения, прорабатывали трассировку этой автомобильной дороги, прорабатывали с федеральным центром в части внесения его в программу федеральную для того, чтобы обеспечить финансирование строительства этого объекта. Сегодня мы делали контрольный срез состояния, текущего состояния дел в отношении разработки проектно-сметной документации, на какой стадии мы находимся, как мы будем изымать земельные участки иных собственников, где по предполагаемой трассировке автомобильной дороги. Соответственно, исходя из сегодняшнего совещания, мы понимаем, что проектно-сметная документация находится в финишной стадии. Сейчас уже получено положительное заключение на инженерные изыскания. Заказчик УДТХ, администрация города, загружает на следующей неделе проектно-сметную документацию в экспертизу.